Пятиклассница Инжу родом из поселка имени Шиганака Берсиева, что в Уилском районе. В конце марта ее родное село ушло под воду. Жильцов экстренно эвакуировали в райцентр, где размещали в спортшколе, колледже и других зданиях. Страшную картину водной напасти Инжу еще долго не могла забыть. Но последние три дня стали для нее самыми счастливыми за долгое время. Тур очень понравился. Нас водили в кино и еще много интересных мест посетили. На время тура нас поселили здесь, в лицее-интернате. Пока жили здесь, познакомились с новыми друзьями. Много играли вместе, было очень весело. Трехдневный культурно-познавательный тур был организован сотрудниками отдела образования и центра Дарын. Для детей был организован активный отдых под открытым небом, пикник, экскурсия по городу. Они поучаствовали в творческих и спортивных состязаниях. Шествие над детьми в зале сотрудники трех лицеев-интернатов города – физико-математического имени Кусаинова и Белим «Инновация». В том числе они были на базе Greenland, там проходил тимбилдинг, фотосессия. Также они посетили областной краеведческий музей, институт, военный институт сил воздушной обороны, парк первого президента. Три дня прошли очень насыщенно. В рамках этих трех дней были организованы очень много мероприятий. На познавательную программу для детей власти выделили 15 миллионов тенге. Сегодня в лицее для одаренных детей имени Кусаинова состоялось торжественное закрытие. Всего в туре приняло участие около сотни детей. Самых активных из них наградили грамотами и подарками. Влад Рогушев, программа «Факт».